вроде думали, что это уже все их в кольцо прижали, а тут на нас напали, блядь. Пай, что в доме найдем? Мы сейчас в дом зашли один, вроде такой бедненький дом, а там, ебать, коробки от айфона, пиздец, там Apple, ебать, люди живут. Короче, тут по кайфу лежут, айпад себе нашел. Ну, я так мы так посчитали, примерно, если мы до мая тут, ну, нам сказали до мая, посчитали, так вообще по деньгам нормально получается. А ты что думаешь, типа, вас в мае поменяют на других бойцов? Да нет, мы в мае рассчитываем, что уже Киев заберем. Мы в Брянске и заехали через Киев, через Белоруссию, через Припять мы поехали. Мы в Припяти 2 дня, блядь, были. И через Припять мы заехали в Киев, ну, рядом с Киевом. И со всех сторон, видишь, обложили. Уже Харьков захватили, Одессу забрали. И со всех сторон подошли, короче, к Киеву.